Рак горла – общее название онкологических заболеваний горла. В него входит несколько болезней, симптомы которых различаются. Их перечислили специалисты благотворительной организации Macmillan Cancer Support, пишет Экспресс. Так, о появлении рака щитовидной железы говорит формирование шишки на шее, которая не болит, однако постоянно увеличивается. Она образуется в самой железе в передней части шеи, ниже голосового аппарата. О возникновении рака пищевода обычно свидетельствует затрудненное глотание. По словам медиков, люди с этим диагнозом могут чувствовать, как будто пища застревает у них в горле или груди. Рак трахеи, который обычно выявляют у людей старше 60 лет, характеризуется одышкой, кашлем с кровью, свистящим дыханием, хриплым голосом, трудностями с глотанием, ознобом и частыми инфекциями грудной клетки. Несмотря на то, что эти симптомы могут свидетельствовать и о ряде других нарушений, при их возникновении эксперты советуют обратиться к врачу. Ранее сообщалось, что трудности при глотании пищи могут также говорить о раке легких. Исследователи отметили, что при дисфагии также может возникать боль и жжение. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.